Было бы не очень приятно, если бы я был ближником. Согласитесь. Под эту попадает штуку. Хотя у меня, наверное, брони было бы побольше в таком случае. Хотя кто его знает. К нему не подберешься. Давай уже отправляйся на тот свет. Замечательно. Даже не заметил, сколько мне славы дали. Так, зелье здоровья тоже неплохо. Что-то я подобрал белое, ненужное мне совершенно. Но, как всегда, я уже привык к своим кривым рукам, которые берут кривые вещи. Абсолютно нафиг никому не сдавшиеся. Я сейчас просто так завалю, пожалуй. Чего не ману тратить? Ну, а этих уже просто так не завалю. Станьте, монстр, станьте в ряд, станьте в ряд, станьте в ряд. Замочу я всех подряд. А здесь у нас кто прячется? Непонятно зачем. Надеетесь выжить, но лучше тогда и не вылезали. Двоим бил сразу, никого в итоге не замочил. И тратить всю ману. Да что это такое? Кто там бьет этим электричеством? Вот еще один вылез, даже не один вылез, а бегал. Гаргулья, что ли, так? Щедро поливает тех электричеством. Похоже на то отчасти. Что это у вас тут за сколько готов? Или это я поливаю тех электричество? Что вполне возможно, потому что я вставил какой-то там камень. А, да, это, наверное, я и поливаю тех электричество. Там урон дополнительным целям вполне оставил. На 8%. Удобно. С плэшем фигачить. Опс, что-то было рискованно. Да харе меня убивать-то, е-мое. Иди взрывайся на зомбака. Да все, сама налетела на этот снаряд, который я выпустил. Глупая горгулья. Мозгов как у голубя, честное слово. Может быть даже еще меньше. Голубь хотя бы не лезет убиваться. Он просто срет всем на головы. Так, что-то не понимаю, какой странный противник. И с этой, и с той, видимо. Куда-то поскакал. Фонарник. И где моя Людка? Да вы в таких количествах лезете самоуничтожаться, непонятно. Зачем, ради чего? Вот вам всем крит получите. Распишитесь. В узком проходе против меня лучше не выступать. Это 100% заявление. Тихоток не надо. Нормально. Мне понравилось. Неплохая пушка. Что-то мы начали так активненько мочалить всех. О! Это уже будет лишним. Волки нам здесь не нужны. Мы уже с оборотнями понянчились, поэтому. Чего уж нам обычный волк? Так, отлично, фиолетовый приперся. Сглазил я, видимо, насчет обычных волков. Где моя собака опять? Что он там творит? Она опять, что ли, с той стороны ее не видно? Конечно. Залезет куда-то в задницу. Опрыгнет, а потом возмущается, почему она сдохла. И я вместе с ней возмущаюсь, почему она сдохла. Не с
стоит это делать, байк. Подвести ее к ключникам, чтобы все дамажили. Вовремя подвел. Как раз тогда, когда они исчезли. И толку с них оказалось никакого. Где мой поджигающий урон? Почему он не горит? А вот камнем меня плевать не надо. На меня уже плевали сегодня, плеваю какой-то херней. Теперь ты камнями будешь плеваться. Просто пылосон. Наверное, еще и надгробием, не просто камнем. Скорее всего. Пару зелий. Ну, сойдет. Допустим. Отпуская тебе все твои грехи за то, что ты пару зелий мне подогнал. Приятель. Ну и за то, что сдох. Прежде всего. Так, это у нас транзитный портал. Нечего нам пока транзитировать, скажем так. Что это такое? Заперто. Видимо, потом нам придется туда переться. Ну а пока что сюда, видимо. Как-то здесь надо пройти. Спокуха, братуха. Что это за горшочек с малиновым вареньем? Химически розового цвета. Кстати, почему мои скелеты розовые? Почему зомби розовые? Что за... Я только сейчас подумал над этим. Мне стало как-то не по себе. У меня все розовое. У меня разве только собака не розовая. Если бы еще и она была розовая, я бы точно с ума сошел. Так, он там сдох. Он там сдох. Засчитывается. Отлично, у меня еще через стены может мочалить пушка. Причем не магическим уроном, а простым. Да подыхайте же вы, а? Оп. О, две синих шмотки. Отлично. Из простого какого-то дурацкого сундука. Ну чё на лайт постоянно? С ума сошла, что ли? Чё ты лаешь? Кто тебя просил лаять? Псина. Не издавай лучше лишних звуков, а то сюда припрутся все мертвецы, которые только есть на этой планете. Замечательно. Где противники? Я их вообще не вижу. Я просто стреляю во все, что движется, и не очень. Ну, так или иначе, у меня все равно получается их убивать. Так, заходим туда, куда нам просят зайти. Когда я уже из этой локации, черт, выберусь. Ну, из этой большой локации, имею в виду. Не только дождь. О, дождь кончился. Офигеть. Просто офигеть. Как заказывали прям. Еще один портал. Не понятно, зачем так близко два портала. Видимо, чтобы быстро добраться. О! А здесь сюрприз. У меня будут мины. My mama is low. Ты кто такой? Тает?
Не, мы вас не вызывали. Мы кипятим. Нам не надо. Этот еще мешает. Панкушник какой-то с ракетом. Где все-то, ё-моё? Че такое жиденький, тай? Ариэль то погуще был. Оу, господи, у меня все затекло. Так. Опять два обычных зелья выпадают из сиреневых противников. Я не знаю, что это за синдром такой. Синдром выпадания зелий вместо нормального лута. Ну зачем ты сейчас скелетов вызываешь? Или кто там это, зомби? Еще лучше просто. Ну зомби же не успеет дойти даже до этих тварей. Кого они взорвут? Никого, правильно. Тупичок. Веселый тупичок. А ты отправляйся в преисподнюю. Пропасть, говорит? Я здесь пропасти не вижу пока что никакой. У меня довольно быстро восстанавливается здоровье. Это мне хилбот восстанавливает здоровье. Сколько у них здоровья-то реально. Долблю, просто не долбится. Скрипта тут. Так, всех убили. Обычный урон просто. Обычный вид атаки, он просто вообще ничего абсолютно не делает. Я так и знал, что эта фигня живет. Ржавый механоид. Механоиды 2. Помню. Покупал в свое время. А где у меня этот диск валяется? Я кому-то отдал. А жаль. Это что такое? Ты что тут делаешь? Пытаешься починить эту машину для убийства? Это, по-моему, МС-1, судя по всему. Посмотрите на это. Кто меня там долбит самонаводящимися ракетами? Это что-то опасное. Если бы они мне еще какой-то урон причиняли, тогда бы это было опасно. Настоящее. Так, вот это что за курица, это вообще непонятно. Реально, что это за курица? Наркоман-силач? Окей. Примерно так я себе наркоман представляю. Оу-оу-оу-оу, меня чуть не убили. Людка, ну какого черта? А ты здесь? Я думал, ты там. Отлично. Гномы, как всегда, построят какую-то боевую машину, а потом сами все сдохнут. Во всех играх всегда так, блин. Понастроят всяких супер-игр механизмов, а потом все подыхают. А их механизмы остаются в живых. Это как-то интересно, знаете, противоречит несколько. Почему, если защищающие их машины живы, то все гномы, которых эти машины защищали, дохнут? Во всех играх так.